Епископ Игнатий родился в Канашском районе в 1978 году. Образование получил в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Далее в течение 5 лет служил в храме Крещения Господня Батыревского района, где исполнял послушание псаломщика и просфорника. 13 лет являлся насельником мужского монастыря города Чебоксары. Также 10 лет был настоятелем монастырского подворья в селе Большой Сундырь Маргаушского района. А 22 ноября 2017 года был назначен настоятелем собора святого равноапостольного князя Владимира. Я же теперь в епархии Чувашской, Чебоксарской епархии, возглавляю отдел по работе с молодежью. Вот. А здесь я слышал, раньше был молодежный клуб при храме, теперь он не действует. Распался, видимо, не знаю по каким причинам, но это большой грех будет и несправедливо с моей стороны, если вот в храме, где я настоятель, руководитель отдела по работе с молодежью, где не будет молодежного клуба. В преддверии православного праздника Крещения в соборе проходят торжественные службы, которые возглавляет епископ Игнатий. Этот праздник важен еще и потому, что заставляет каждого верующего вспомнить о своем собственном крещении и об обетах, которые мы дали Богу перед крещальной купелью. Православная церковь в эти дни отмечает один из главных праздников, который является двунадесятым – Крещение Господня. Или по-другому этот праздник справедливо называется Богоявлением. Было время, когда и нас, священники, крестили во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. С того времени мы называемся верующими во Христа. Пусть же этот праздник даст нам силы сохранять верность Спасителю нашему, которого мы приняли через таинство крещения и с которым мы соединяемся каждый раз через принятие святых Христовых тайн, и которому мы все должны быть верны до конца своих дней. С праздником всех сердечно поздравляю. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.